В Запорожской области сохраняются задержки с оплатой казначейских документов по незащищенным статьям, к которым относятся все расходы из специального фонда бюджетных учреждений, включая зарплату. О казначейском обслуживании местных бюджетов в очередной раз шла речь в облгосадминистрации. Чтобы решить проблему, направили обращение к руководителю казначейской службы. Председатель обладминистрации тут же связался по телефону и выехал в столицу. Ну и в результате уже 7 ноября была проплата в полном объеме заработной платы работникам всех вузов, правоохранительных органов и других учреждений, которые содержатся с госбюджета и которые выплачивают заработную плату со спецсчета. Общая сумма это 16,9 миллиона гривен. И 8 ноября проплачена вся задолженность по заработной плате предприятий, коммунальных предприятий области, у которых то же самое. У нас еще есть один актив. На встрече с президентом я поднял эту проблему. Он тут же набрал министра финансов. Тот был в зарубежной командировке. Он дал ему поручение сегодня со мной связаться. Поэтому после кабмина я жду разговора с Колобовым. В ближайшее время руководитель региона рассчитывает на решение самых острых проблем, связанных с бюджетным финансированием области.